Так, вот смотрите, вот о чем мы говорим. Вот это вот крестец, да? Тот самый, с выходами нервов. Да, вот копчик, к нему крепятся тазовые кости. А внутри тут есть такая выемка, где шаровидная косточка берцовая. И вот она пошла вот так вот, бедро наше, да? Вот на шаровидное. Вот часто тогда протез ставят, да, то ставят именно вот эту вот часть. Заменяя там титановую какую-то еще. Вот она именно такая шарик крутится, как у робота практически, да? Вот, что мы делаем? Выемка идет. Как? Выемка такая здесь идет, где-то вот косточек. А, ямка? Ну да, тут как бы мышц нет, мышцы есть внизу. Вот как раз мышцы сейчас нарисуем. Тут фломастер. Мышцы, соответственно, идут вниз, да? Бедро пошло. И мышцы, которые крепятся к вот этой подвздошной косточке. Вот они вот так вот идут, вот так вот, вот сюда идут, да? Я, наверное, высоко немножко нарисовал. Вот, получается, от этой косточки, да, бедренной, они вот так вот веерно крепятся к подвздошной кости нашего таза. Здесь как раз бывают миозиты. Вот о чем мы все время говорим, да? То есть вот какая-то из этих мышц спазмирована. То есть, соответственно, переживаем точку здесь или здесь, да? Или спазмирована вот здесь. Вот примерно вот так вот, где-то вот, ну вот здесь вот примерно выходит та самая брюшевидная мышца, да? Которая крепится вот где-то к этой кости здесь, да? И мы когда вот давили, да, находили этот треугольник, эту точку, мы давили ее причем вот где-то здесь, да? Эти вот треугольники, которые мы рисовали, мы брали точку здесь одну, да? Точку мы брали вот здесь вот эту и вот эту. Ну, на плоскости не видно, ягодица все-таки туда вот загибается, да? То есть на пересечении биссектрисы, вот это здесь как раз у нас и было пережат седалищный нерв этой брюшевидной мышцы. Понимаете, да? Вот. А нервы, они выходят вот отсюда. Они идут, соединяются где-то здесь, в такой толстый нерв. Он уже пошел по ноге дальше вниз. Соответственно, когда мы проходили вот эти точечки, да, гребеночку, вот откуда гребень-то берется? Это же у каждого позвонка, который идет вверх, у него есть не только остистые отростки, это вот мы нащупываем на спине, да? А у него есть еще боковые отростки. Вот эти боковые отростки, когда вот у этих пяти позвонков скрепостились, слились, да? Они формируют вот такую вот... Видно или нет? Вот такую вот гребенку, то есть как бы вот их можно немножко нащупать. И именно между ними находится выход этих нервов. Именно сюда мы вот эти точки акупунктурные прожимаем, как бы стимулируем, активизируем вот эту вот всю нервную систему, которая дает нам активность нашего седалищного нерва. Вот для чего мы это делаем. Понятно, да? У некоторых людей действительно болит что-нибудь где-то спереди, получается, а на самом деле это все равно мышца идет вот от этого бедра. То есть можно еще вот так вот там найти спереди, опять же, вот эти вот мышцы. Когда вы будете прощупывать глубоко, не у каждого человека это, конечно, можно прощупывать, да? Но вы прямо видите, они как струны натянуты, вот эти вот мышцы. Есть такие люди, приходят на массаж, они действительно как струны, как пальчики такие. И каждую из них, можно каждый пучок прям можно посчитать даже, вплоть до этого. Ну вот, давайте продолжим дальше.